Ставь лайк, не обязательно подписывайся на канал, чтобы красная кнопочка стала серой. Комментарий оставь себе без лайка, попадайте в мои следующие видео. Ну а это победитель прошлого видео. Поздравляю вас. Короче говоря, моя мама звезда. Мама сидела на кухне и отдыхала. Все дела я сделала, пою свой славный вылетела. А судьба была такая я, молодец. И тут она услышала, как Настя с кем-то разговаривает. Мама побежала к двери и прислонила стакан. Мама побежала на кухню, взяла тряпку и ворвалась в комнату. Мама в чудах и парус, я и поселись. Мама протирает пыль и поглядывает на меня. Я положила телефон и вышла из комнаты. Мама оглядывается осторожно, побежала к телефону. Стала нажимать на разные кнопки. Я зашла в комнату. Я не понимала, что стало. Мама вышла из комнаты. Раздался звонок по телефону. Мама начала подслушивать. Пошли гуляем. Да, хорошо, я скоро буду. Мама на цыпочках убежала в переезд. Мама, я же понимаю. Бывает, снимаем трубку, я иду. Мама задумалась, а я ушла. Это что она сейчас мне сказала? Ванька, сама что ли? Не хватает, вы еще что-то на нос. Сама она притащивает. Мы не слышим. Мама посмотрела на кошку. Я тебя где-то слышала. На малиновой тоже. Я встретилась на улице с Юрой. И мы с ним сняли пару клипов в лайк. Мы пришли с Юрой домой. Как у тебя сегодня? А ты меня не так случайно не задевала? Мама твоя стрелала, не добавлю. Мама стала начала ходить кругами и всматриваться. Мама, что случилось? Настя, скажи мне честно. Ты случайно забрала лайк и купила? Что? Нет. Кстати, мы знакомимся, это не правда. У нас 10 плюс. Мы с ним мая познакомились. Мама занервничала. Мы прошли в комнату. Чёрт, что за лайк такая? Ладно, что ты всё тут там? Ну, то есть ты меня. Будем действовать по старинке. Это Лиза. Что такое лайк? Приложение для создания интересных видеороликов за счет своей ограниченности и удобства. Оно быстро набрало известность сначала в странах России, а затем в Европе и Америке. Вау, круто! Ну не я себе делаю отстала в жизни. Мы с Юрой стали редактировать и выкладывать свои видосики. Закончились. Здесь можно использовать различные маски, а также эффекты. Вау! Ребята, вы зарегистрированы в лайке? Обязательно регистрируйтесь. Ссылочка пойдет в описании. И не забывайте подписываться на меня. Будем снимать вместе. Мама зарегистрировалась в приложении и тоже стала снимать. На следующий день я пришла со школы. Мама снимала видео. Слушай, мама, что вы стала кушать есть? А я не знаю. В смысле? Ты видишь, что я не люблю планы снимать. Я разбилась и пошла к себе в комнату. Привет, Ира. Что делать, если очень сильно хочется кушать? Сейчас пойду. Что ты споешь, дура? Мама, я уже ночью снимаю видео. Лай. Значит, вкусно. Ничего не знаешь, я на самом нормально. Не может. Я вздохнула и пошла в магазин. Через полчаса я приготовила себе обед и стала кушать. Пошла мама. Настя, а у тебя в есть ничего нет? Я. Откуда? Все пусто. Все пустошечно. Ты чего это? Мама сказала, что проголодалась и решила сделать перерыв. Присоединившись ко мне, она пообедала. О, ладно, спасибо. Я, конечно, побежала. Спустя 2 месяца я пришла со школы. Мама, я спрашиваю, что ты уже прошушаю? Но я ведь помню личность, и так сказать. Мама сказала, что у нее сходка лайкеров завтра, и ей надо готовиться. Мама, хуже, что ты вообще? Надо ее в его сопротивлять, и хочешь смотреть, как ее отсекать. Я спросила, кто это, и мама сказала, что это наша домработница. Она ее наняла, чтобы не отвлекаться от съемок, и что помимо популярности она еще неплохо стала зарабатывать. Да уж, судя по домработнице, все мама. Короче говоря, моя мама звезда. Ну а я где? Моя надежда вам понравилась этот видосик, и вы обязательно оцените его лайком и подпиской на мой канал. В этом видосике принимал участие. До встречи в соцсетях, и всем пока!